В округе стало на 18 полноправных граждан страны больше. Свои первые паспорта получили люберчане, которым исполнилось 14 лет. Главный документ россиянина стал для молодежи подарком ко Дню Конституции. Государственный праздник – повод сделать церемонию вручения паспортов более торжественной. Книжки с двуглавым орлом ждали юных люберчан не в паспортном столе, а в Большом зале администрации. Документы и поздравительные адреса новоиспеченным гражданам страны вручил глава округа Владимир Ружицкий. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Поэтому права и обязанности, они, конечно, закреплены в Конституции, а вот основной документ, с которым вы будете жить, идти по жизни, учиться, работать и просто путешествовать то ли по нашей родной стране, то ли за рубежами. Это есть паспорт. Вместе с паспортом подросток получает возможность быть самостоятельным. С 14 лет он имеет право путешествовать по стране без сопровождения родителей, распоряжаться личными доходами. Но и обязанностей становится больше. Уголовную, дисциплинарную, гражданскую и материальную ответственность молодежи теперь тоже придется нести самостоятельно. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.